Плиты перекрытия кровли в этом доме были признаны аварийными еще в марте этого года. Жильцов также эвакуировали. В проблемных квартирах установили металлические подпорки. Изначально власти обещали, что сделают ремонт кровли за счет средств из местного бюджета по линии ЧС. Но спустя несколько месяцев жильцам предложили ремонт за собственный счет. Они по понятным причинам от такого предложения отказались. Многочисленные обращения в областной акимат, дисциплинарную комиссию и прокуратуру все же принесли свой положительный результат. На днях жильцам сообщили, что в ближайшее время здесь будет проведено повторное обследование. Если окажется, что ситуация ухудшилась, власти вновь обещают оказать жильцам содействие в решении проблемы. Каким именно образом, пока не сообщается.